У Трусовой два худших проката во взрослой карьере. На Гран-при России 2020 года после короткой программы Трусова шла третьей с отставанием в 8 баллов от лидера Алены Косторной. Но заявленные Александрой 3/4 прыжка как бы намекали, никому не спастись. 3/4 в итоге превратились в 4. Правда, толку от них не было, ведь 3 из них Луц, Сальхов и Тулуб завершились падениями, а еще один Тулуб в каскаде с тройным Сальховым через Ойлер, все равно получился на отрицательной оценке из-за некачественного выезда и недокрута в четверть оборота. Такую же отметку можно обнаружить и напротив тройного Тулупа в каскаде с тройным флипом. Полностью заваленный прокат завершился падением с тройного Луца и не сразу раскрывшимися шипами на новом платье, красивом, оригинальном, но так уж вышло не очень счастливым. Суммарно Трусова набрала меньше 200 баллов, худший результат во взрослой карьере королевы четверных, и впервые с 2017 года оказалась в непризовой тройке. Тогда на первенстве Москвы старшего возраста, Александра тоже стала четвертой. Подобное стало бы жутким кошмаром для любого спортсмена, но 16-летняя подопечная Евгения Плющенко вышла к журналистам с улыбкой и на вопрос, как ей удается сохранять бодрость духа даже после не самых удачных выступлений, ответила. А почему я должна расстраивать остальных своим видом? Снятие Щербаковой вносило дисбаланс в турнирный расклад этапа, однако Трусова дала соперницам вернейший шанс на победу. И подопечная Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 23-летняя Елизавета Туктамышева блистательно им воспользовалась. Впервые с 2018 года она оказалась на первом месте на турнирах уровнем выше челленджера. В общении с прессой спортсменка старалась сдерживать радость, но все-таки не смогла. «Давно не выигрывала уже ничего, прекрасно себя чувствую», — сказала она. «Я в шоке. Не видела, как Алена Косторная откатала, но я не ожидала такого результата». Ставшая второй Косторная была явно расстроена итоговым результатом, но все же нашла в себе силы отдать должное победительнице. «Я ожидала оценок, соответствующих прокату», — отметила 17-летняя фигуристка. Естественно, расстроена немного, но что накатали, то и получили, надо дальше задумываться над тем, что нужно исправлять и нарабатывать. «Я очень рада, что, пройдя через все, Лиза смогла выиграть.